Всем привет, друзья! В этом видео речь снова пойдет про биты, а именно про насадочку. Вот про вот эту вот. Разгадана ее загадка. Никто не понимал, в том числе и я, подсказал постоянный мой зритель Александр Григорьев. Саша, спасибо тебе, лайк, что подсказал. Теперь мы будем знать. Загадка вот в чем состояла. Сейчас я вам покажу. Так, но прежде я хочу подготовить тут деревяшечку, куда мы будем вкручивать саморез этой загадочной битой, удлинителем. Вот мне надо здесь отрезать небольшой кусочек, он мешается мне. Как раз вот такая штука. Она сопоставима также с шуруповертами, то есть должна быть в наличии у всех. Аккумуляторная. Ну это так, к слову, это я похвастался. Ну вот, без усилий, без особых. Давайте теперь про вот эту насадочку расскажу. Значит, для нее что нужно? Для нее нужна коротенькая вот такая вот битка. Вот сюда она вставляется. Саморез одевается, и трубочка вот так вот закрывает его. Саморез. Так, сейчас увидите дальше, что будет. Закручиваем насадку. Вот она здесь, вот бита одета, причем держится, смотрите, вот так вот закрывается саморез на бите одетый, и вот эта деревяшка вот так вот придавливается, вот так вот подкручивается, и смотрите, какой эффект происходит. Видите, упор трубки, вы можете контролировать наклон самореза. Это для того, чтобы вам было видно, что вы ровненько его заворачиваете. Не в перекос вот так вот, да, а именно ровно. Эта трубка вот так позволяет это дело контролировать. Конечно же, это для деликатных работ. Ну, вот смотрите, и вот оно вдвигается. Вот, раз, вкрутил. То есть это больше для мебельных работ, чтобы бита, чтобы саморез на бите в перекос не уходил. Вот еще, смотрите, раз, закрываем, прикладываем, вот так вот. Вот эта трубка, она позволяет ровно к поверхности приложиться, и вот, вот так вот это дело вкручивается. Вот. В данном видео мы сейчас закручивали насадкой PH2. Philips 2, самая распространенная. Вот здесь она вставляется на магнитике. Ну, вот так закрывается. Ну, вот если, допустим, на выкручивание, то обратно оттягиваете, ну и выкручивается уже элементарно в обратную сторону. Хочу еще раз обратить ваше внимание, что биты просто шикарные. Вот, видите, я достал, она не слезла даже. Вот. Смотрите, она магнитит вот здесь вот. Я вам сейчас объясню, за счет чего. Вот это вот не магнитная. Магнитная вот эта вот штучка. И, конечно же, когда бита установлена вот сюда, она, соответственно, при магничивании передается от переходника на вот эту биту. Друзья, мой канал про всякие полезности в нашей жизни. Подписывайтесь на мой канал, будет еще много чего интересного, может кому-то пригодится. В Ютубе не всегда можно найти, у меня вы найдете. Всем респект и уважуха, ставьте лайк, всем пока, до скорых встреч.